Strange, I've seen that face before. Seen him hanging round my door like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the stones. Rainy nights on Haussmann Boulevard. Parisian music drifting from the bar. Tu cherches quoi? Rendre contre la mort. Tu te prends pour qui? Tu aussi, tu détestes la vie. The day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the stones. Rainy nights on Haussmann Boulevard. Parisian music drifting from the bar. Pour qui tu as aussi, tu détestes la vie. Добрый день, дорогие друзья. Хотелось бы представить наше замечательное трио. Анатолий Максименков, Денис Энс. И я, Инна Каршева. Я сегодня выступаю в двух ипостасях. Сейчас вы меня видели как исполнителя. И следующий наш рассказ будет, в принципе, о вокале. Это будет небольшой мастер-класс. И тут я буду выступать в роли педагога. Я руководитель школы эстрадного вокала, вокальный ансамбль «Алина». Дорогие друзья, я счастлива представить вам нового участника на этой сцене, Юрий Максименков. Мои аплодисменты ему, потому что мы не виделись очень продолжительное время. Вполне вероятно, что разучились за это время петь, поэтому вот все будет прямо на ваших глазах. Мы поговорим с вами о вокале, конечно же, за столь непродолжительное время. Мы, наверное, не очень много сумеем рассказать, но постараемся заразить вас этим чувством, этой бесконечной эйфории, которую мы испытываем, когда мы поем. И я очень счастлива, что наконец смогу это делать не только одна в своей комнате. Вот, по крайней мере, Юрчик меня послушает, а я послушаю его. Так что сейчас будет все по-настоящему, все на самом деле, как в первый раз. Вот пришел ко мне ученик на урок, и мы начинаем разговаривать о вокале. Итак, план наш такой: 3-4 упражнения, и мы постараемся исполнить кусочек, фрагмент какой-нибудь песенки. Юрчик, ты готов? Да. Отлично. Начинаем мы распеваться всегда с простого упражнения, в котором прогреваем наше горлышко мягко, спокойно, таким образом.
свободнее губы. Смотри глазками дальше, Юр. Теперь самое коротенькое дыхание в самом начале, чтобы тебе распределить воздух дальше на все упражнение. И у тебя как будто воздуха остается еще на километр вперед, да? Давай. Еще не трать. Спасибо. Ну, вот это такое первое базовое упражнение, которое после долгого перерыва прогреет вам связочки и сделает голос легким-прилегким. Второе упражнение. На стаккато, чтобы повеселиться. Это, конечно, уже могут исполнять те люди, которые какое-то продолжительное время занимаются, потому что здесь мы уже ощущаем свою диафрагму, ставим звук на опору. Юрчик, не скучай, покажи нам, как это делать круто. Угу. Давай. Показывать упражнение? Угу. Сам, сразу? Показывай, не забывай. А теперь весело, пожалуйста. Теперь задействуй, пожалуйста, грудной регистр, чтобы ты сейчас был не Юрка Максименков, такой молодой парень, чтобы ты был такой бас в опере. Вот так вот сделай, пожалуйста, два, три. Субтон убери. Еще без субтона. Изображай мне глазами тоже другого человека. Юра, больше на 100 килограмм. Спасибо. Я надеюсь, вы слышите те изменения, которые слышу я. Конечно, мы с вами разговариваем уже не на базовом языке, а немножечко выше. Юра меня понимает, что очень радует. Надеюсь, поймете и вы. Ну, просто все остальное, я думаю, вы можете посмотреть на просторах интернета, а мне бы сегодня хотелось пойти немножечко дальше. Итак, наше следующее упражнение. Давай. Такое джазовое, легкое. Ну, дальше ты уже сам. Два, три. Юрка, веселее давай! Вот давай-ка с верхушечки начнем. Поставь ее прямо узенько, спокойненько, без всякой дрожи. Сейчас у нас речь идет о высокой позиции, да? Узкое звукоизвлечение. И массивный низ. Два, три. Больше движения. Еще. Еще экспрессии, Юра!
А теперь спой, пожалуйста, сверху, когда ты начинаешь петь, так, чтобы ты разбудил всех. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Вот, вот с полной энергетикой, с полным раскрытием. Два, три. Еще низа. Ты сейчас очень хорошо спел последнюю ноточку, и в принципе круче всего нужно петь окончание, чтобы именно поэтому слушатель запомнил. Вот спета последняя нота. И это круто. Все остальное петь, Юр, не обязательно. Да? Главное, чтобы последняя нота была. Отлично. Ну и теперь небольшой рассказ о позициях. Это то, что интересно, и многие это скрывают и не рассказывают, потому что это уже тайны ремесла, конечно. Коротко и, конечно, очень упрощенным языком я сейчас вам это все расскажу. Итак, вот в этом упражнении я собрала все позиции, которые, по большому счету, в вокале употребляются. Итак, первая позиция. Я ее называю высокая, когда гортань поднимается, и получается вот такой вот звук, как будто в Испании. Повтори, Юр. Красавец, молодец. Да. Вторая позиция речевая, то есть это так, как будто мы с вами разговариваем и ничего не меняется. Очень большой выдох, убрать его, Юра, и обыкновенный звук. Еще скажи. Вот так вот. Поехали. Молодец. Третья позиция. Выводим звук через носик. Вот смотрите, в вокале очень важно, когда вы вместе со звуком добавляете какую-то эмоцию, актерское мастерство. Это должно быть как в жизни. Вот сейчас нужно обидеться и глазами, и голосом. Особенно глазами. 3 месяца дома сижу, давай. Юр, мне кажется, ты очень рад, что ты 3 месяца дома. Грустно, прямо вот так вот насупился, глаза печальные. Давай. Что-то у нас, да, с эмоцией расстроился, но это круто, значит, все хорошо у нашего парня. Юр, еще разочек. Просишь у папы машину себе купить. Пап, вот мне будет 14, хочу машину крутую. Давай, выклянчивай. Глазами, глазами. Прекрасно уже по звуку, но я хочу, чтобы в глазах у тебя отразилась просьба. Ну, пожалуйста, скажи. Ну, пожалуйста. Надо обратить внимание родителям, значит, просить уже ничего не умеет. Еще проси. Посмотри на меня, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, давай, но. И следующая позиция, она используется в классическом вокале и в эстрадном вокале в том числе. Это зевочек. Но я использовала здесь еще кое-что. Расскажи, что, Юра? Что вот у меня после этой опорной ноты с зевком? Что я еще использую? Вибрация. Нет, после этого. Что это такое? Это. Как называется-то? Ну, хрип. Хрип. Ну, как этот хрип называется? Очень много всяких разных названий, да, там. Но мы говорим просто расщепление. Да. Вот просто так, чтобы не использовать там все подразделения, которые в науке есть. И в какую вернуться позицию? Ну, речевую.
Нет. А, высокую позицию вернуться. Угу. Пожалуйста. Низ мне очень понравился. А здесь очень важно, как будто ты берешь ядро, которое весит 30 кг, и бросаешь далеко-далеко от себя. То есть нужна подача звука, иначе у тебя сейчас голос звучит вот здесь, вот вокруг тебя, да? Как будто мы далеко-далеко кидаем это ядро. Умница. Ну и давай соберем теперь все это от начала до конца. Все упражнение, пожалуйста. Ну, я считаю, что замечательно. Вот такие базовые позиции мы вам показали специально для того, чтобы теперь показать, как применить это в живой песне. Для этого я приглашаю нашего прекрасного гитариста Анатолия Максименкова, и он же по совместительству является папой Юры. Так что у нас сопровождение всегда под рукой. И исполним мы фрагмент песни. Представляй сам, пожалуйста, чья песня-то, Юр, ты помнишь хоть? Песня Стиви Уандера, называется «Face». Вуу, помним! Итак, перед исполнением каждой песни я как тренер, как хороший тренер, все время ставлю какие-то задачи. Юр, сейчас, пожалуйста, спеть нужно драйвово, и мы находимся не в очень простых акустических условиях, то есть сейчас нет ни холла, ни возможности приукрасить голос технически, но тем самым я хочу подчеркнуть, что голос — это такой уникальный инструмент, который все может сделать самостоятельно. Мы можем добавить и субтончик, такой небольшой шепот в голос, мы можем сделать такую обработку, как будто холл, объем в голос добавить, да? Мы можем сделать расщепление, очень мягкий, очень жесткий звук. В общем, голос — это тот еще инструмент, да? Поэтому я тебя прошу сейчас, Юр, не форсируешь голос, не форсируешь. Поешь очень естественно. Но давай энергетики, драйву, да? Ну, давайте. See the girl with the diamonds in the shoes, she walks around like she's got nothing to lose. She's a go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe in happy. She's got your own motivation, holy motivation. So I roll some letters, I'll be a boy. I got faith in a baby, I got faith in a now. In a piece, just that you can't friend of me. Now it's not the love of somehow. I bless you, hallelujah. I got faith, yeah, yeah, yeah. Woo! Yes, I do. Мои аплодисменты, вы знаете, я хотела что-то там прерывать, как-то комментировать, но как-то все так ладно пошло. И Юра, пожалуй, исполнил все задачи. Поэтому прекрасное выступление, и мы желаем вам всем здоровья, удачи и такой же эйфории, в которой пребывали сейчас мы, от этого замечательного времени, от этого момента и от музыки.